Все строительно-монтажные работы завершены, разрешение на эксплуатацию получено. Идут последние приготовления к открытию. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Северная волна» при Ульяновском техническом университете откроется не только для студентов и преподавателей вуза, но и для остальных горожан. Сейчас идут реально последние работы. Эти работы связаны с информационной системой, с дооснащением. К нам должны прийти наши новые сотрудники, медицинские сотрудники, тренеры, для того, чтобы в нашем физкультурно-оздоровительном комплексе было можно плавать и безопасно, и эффективно. Основной объект ФОКа – 25-метровый бассейн. «Северная волна» после открытия сможет принимать на своих дорожках 640 человек в день. ФОК построили по федеральной программе 500 бассейнов. Новый объект уже оценил в РИО губернатора Алексей Русских. Замечательный объект, мне очень понравился. Новейшие технологии используются здесь. Помимо того, что студенты будут здесь бесплатно заниматься, он будет являться народным. То есть все местные жители, которые живут, и любой житель города может приехать, взять абонемент. В бассейне предусмотрена современная система очистки воды и многослойная фильтрация. Для удобства посетителей предусмотрено использование умных браслетов. А на цокольном этаже ФОКа разместится лыжная база. Спортивный объект откроют уже в мае. Стоимость посещения будут устанавливать, ориентируясь на ценник абонемента в других бассейнах региона. Алина Тихонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.